Дорогие друзья, с вами ваш любимый ведущий Никита Говор, это Гуа ТВ, Орбита Прожект, и сегодня у нас отличная последняя заключительная вечеринка, у нас сегодня пришли даже коровы, понимаете? Как настроение? Что можешь сказать вообще? В общем, друзья, тут все, так что пошли за мной, пошли, пошли. Главный мастер орбиты, мистер Александр Смит, диджей. Диджей, между прочим, друзья. Ну что ты скажешь, как тебе сегодня атмосфера, как сегодня вечеринка? Прекрасно, даже задумался, а стоит ли вообще уезжать. Хотя вроде косяков-то до хрена, но, блин, не, все-таки поедет. Но классно, классно, очень классно, спасибо народу, поддержали, молодцы, спасибо народу. Вот что ты можешь сказать тем людям, которые сейчас смотрят нас в холодной России, вот смотрят этот снег за окном, вот что они потеряли? Не потеряйте ритузы, самые главные, подштанники. Все, что я могу сказать нашим друзьям там. Ну и скажи, как главный в орбите вообще, что ожидает? Что ожидает народ в ближайшем будущем от орбиты? Есть какие-то новости? Орбита готовит всегда что-то этакое. И ближайшие мероприятия в Москве 20 апреля в честь моего дня рождения в клубе «Бессонница» с Оливером Хантерманом и нашими резидентами. Два танцпола, забьем битком, ребята. Друзья, увидимся на танцполе. Не переключайтесь. Гоа ТВ, Александр Смит, Орбита Проджект. Вечеринка класс, и море класс, и солнце светит, и в Москву совсем не хочется, потому что здесь очень круто, очень здорово. А когда ты едешь на байке и чувствуешь эту свободу, это же просто не передать словами, честное слово, это надо чувствовать. Ты посмотри на нас, а потом так. Уже подумай о остальном. Так, нет, здесь реально, блин, мощно, мы настолько... Ну а вечеринка как тебе? Вечеринка, ну мы здесь зажигаем. У тебя мурашки по коже есть, у тебя стали соски там? Они мне всегда стоят. Сейчас рядом со мной один из гостей сегодняшней вечеринки, не только сегодняшней, диджей Simple Jay, Евгений. Как тебе атмосфера, как тебе сегодня зал? Ты раскачал? Да. Ну, вообще, вечеринка в целом, что о ней скажешь? Прекрасная вечеринка. Прекрасно? Ну, вот его глаза говорят намного больше, чем он. Намного. Но вот те люди, которые сейчас сидят на своем холодном диване, смотрят этот снег в окне, вот что они потеряли, не приехав в Гоа? Все потеряли. Все. Любовь. Потеряли свободу, просто тупо свободу, которую приобретаем мы здесь, в Гоа, находясь. Мы просто наслаждаемся жизнью, ребята. Не, блин, они потеряли то, что не найдешь ни в какой стране. Поэтому я думаю, что все-таки надо ехать в Индию! Скажи вот пару напутствий для династии и Санни Смит. Будьте здоровы, ребята. И это, друзья мои, Гуа ТВ, Орбита Проджект. Не переключайтесь, смотрите нас. Ну что, друзья, у нас самый главный человек в Гуа ТВ, а Настя Династия, что ты скажешь о сегодняшней атмосфере вообще? Ну как тебе вечеринка? Тусуемся периодически с полицейскими, вообще ждем. Класс. Ты вот сейчас настроена на свой последний финальный сет в Гуа, вот ты готова взорвать? Ну конечно. Вот те люди, которые смотрят нас, вот они в России, им там холодно, вот что они пропустили? На самом деле они ничего не пропускают, потому что они могут сейчас нас увидеть, и мы скоро тоже приедем в Россию и будем зажигать все звезды на небесах, уже вражки. Так что, друзья, не пропускайте мероприятия «Орбиты», «Гоа ТВ», самое интересное видео только здесь. Да, важная информация, мы будем открывать в мае крышу Фантомаса, прям обязательно эту дату пометьте.
я приехала поддержать моих ребят. Это Саша Смит, это Династия. Обожаю вас, вообще красавчики. Ну а вот те люди, которые сейчас сидят и смотрят нас на диване, у них за окном такой снег, холод. Вот что они потеряли? Что они потеряли, не приехав в Гоа? Потеряли все, потому что мы же здесь сюда приезжаем каждый сезон, ребят. Я уже здесь 6-й сезон, и я отсюда не могу вылезти, честно. Самый сексуальный вот поцелуй твоя жизнь. Давай. Да. Да, вот. Ну, вот у меня все. Ребят, нам нужен перерыв. It's the last set of Smith in Dynastia. Uh-huh. It's really awesome, and we really miss them. Uh-huh. Like, you know, we want to they play again and again and again and again and again and again. Yeah, да. Да, нормально. Просто. Давай, рассказывай. Да, все хорошо. Mm-hmm. Да, party очень хорошо. Очень хорошо. Я не нравится. Блять, жарко. Жарко? Он уже говорит на менталитетном русском. Там, блядь, жарко. Ну, это, знаешь, это как рекламная пауза у нас сейчас. Что? Снова. Что, у тебя менопауза? А куда поехали? А мы в пошли. Все, ладно. Олеж, ты погуляй где-нибудь. Потому что Лешка у тебя. Олежки, ты снижаешься. Слушайте, а вы в Кубану не хотите? Кубану? А может, ко мне? Все, короче, ладно. Друзья, без ведущего нормально. Все, поехали. Проблема Гоа в этом сезоне, то, что закрыты все пати. Mm-hmm. Хотелось бы все-таки вот здесь вот на балкончике ожить, а не внутри. Mm-hmm. В закрытом помещении. Yeah, it was perfect, you know, it was like really beautiful, good energy, you know what I mean? It's always powerful. As you know, guys killing it, Alexander Smith, you know, the boys working hard. What people who now see in screen our video and they see snow, what they miss and lose? They should just come here, you know, they should not be in the snow, you know, simple, they should just come here, that's all. Со мной главный человек, который не пропустил ни одной вечеринки, Алексей Ризо. Алексей, расскажите, что, как вам сегодня вообще атмосфера Гоа ТВ? Мне сегодня так же, как и всегда, ребят. Я каждый раз прихожу на лучшую тусовочку от лучшего проекта Орбита Прожект и Гоа ТВ. И сегодня мы с вами присутствуем на заключительной тусовочке. Все будет волшебно, классно, потому что мы здесь. Благодарить вас за этот странный сезон в этом году. Этот сезон был интересный по-своему. Мы отчаливаем в этот самый момент, садимся в такси и улетаем в Мангам. Спасибо огромное вам. Let's go. Все, народ, спасибо, до встречи, скоро увидимся.